Прогуляемся по улице Пехотная. Рядом с парком, относящимся к Покровскому Стрешнево. Так, охота на ту сторону. Сейчас попробуем за вот этой машиной. Пойдем в направлении Волоколамского, сейчас шоссе. Можно немножко зайти в лесочек, посмотреть, вот тут типа футбольная, что ли, площадка, или непонятно для какого вида спорта. Как в старые добрые времена, землистый газончик. Явно тут финал Кубка не проводился. Но прикольно, прикольно. Уже Подмосковье напоминает. Хотя на самом деле самое что ни на есть Москва. Вон Московское центральное кольцо рядом. Станция Стрешнева. Так, продолжаем движение. У нас прямо идет улица Сосновая. То есть Т-образный перекресток образуя с улицей Пехотной, по которой мы продолжаем движение. Ну, все-таки справедливости ради сказать, что основная территория Покровской и Стрешнева находится в Волоколамске, то есть на его четной стороне. Мы же сейчас на нечетной находимся. Так, и подходим к пересечению с улицей Щукинская. Вот этот новый жилой комплекс по адресу улицы Щукинская, 2. Идти. Солнышко. Здесь парк Покровский Стрешнева, квартал 10. Гласит табличка.
Так, переходим дорожку. Пехотную улицу как раз. Так, ну и посмотрим в сторону Волоколамского шоссе. Будем закругляться.